Конечно, нет, очень Доус не вышла на старт, к сожалению. Пятеро, то есть лидер сезона, не выйдет. Действующая чемпионка Европы в помещении Наталья Лупум в полуфинале показала, что она в отличной форме, очень грамотно на последнем круге убежала, то есть очень такая хорошая. Ну и, конечно, наша надежда с Екатериной Поистоговой, бронзовая олимпийская медалистка Лондона. Ну, собственно, вот с тех пор дали. Собственно, вот здесь из пяти человек только две будут вне пьедестала. Ну и потом, опять же, мы знаем, что бег на 800 метров, вообще бег по кругу зимой, очень ответственный и своеобразный бег, поэтому здесь очень многое зависит, даже не от уровня готовности, хотя это, естественно, на первом месте, но и от умения тактически, конечно, построить свой бег. Ну вот Медоус любит вести, ее нет. Хинрихсдоттер любит вести, не захотела. Не захотела. Выпустили Бюхель. Ну, Екатерина сейчас грамотно очень на третьей хорошую позиции. Позицию заняла, да. Но она все-таки самый опытный боец в плане того, что она все-таки призер Олимпиады. 30-88. Ну, не быстро. Хинрихсдоттер все-таки вышла вперед. Ну, здесь за места будет вперед. Идти в первую очередь борьба. По-моему, а не за результат. Нет, да, понятно, но я имею в виду, что чем медленнее темп, тем больше, может быть, лотереи на финише. Ну вот пока не меняясь, Хинрихсдоттер, Бюхель, Поистогова, Лупу и Йозвик. И слабых-то нет здесь ведь. Ну что, на 62, да, 62-77. Ну, такой тактический забег. Катя, Лупу. Катя на очень хорошей позиции стоит, Лупу их вообще сзади всех присматривает за ними. Вот видишь, Лупу-то быстро, да, перестроилась. И Бюхель, видишь, сейчас начинается, поскольку медленный темп, вот к 600 метрам к последнему кругу, и Екатерина оказалась здесь четвертой, немножко проигрывает еще она. Тоже по второй дорожке, не знаю, как оттуда выпрыгивать. Вот видите, как тяжело. Быстро меняется ситуация, и Екатерина-то, видите, какой-то разрыв, такое, да, впечатление, все. Когда же набегать. Все, потеряла, а вот Лупу начинает свое ускорение, и так она на второй она позиции. Да. Бюхель, Лупу. Ну, надо Екатерине до конца бороться. Вот, наконец-то, она включается и выходит уже на третью позицию. Силы. Ну, Екатерина, финиш есть. Чуть-чуть не осталось. Нет, серебро, не видимо, серебро. И Бюхель сенсационную победу одерживает. Как ты говоришь, сколько неожиданностей. Ну, да, я все-таки единственное не поняла только, почему Катя вот в тот момент потеряла отпустила, контакт. Да, почему, да, она их так далеко отпустила? Конечно, судя хотелось по всему, бы, чтобы она была поближе. Да. Да, была. Зачем так отпускать было далеко? Все-таки надо было, ну, держать ситуацию под контролем, где-то поближе быть. Вот это было немножко непонятно. Как вот в теннисе иногда говорят, что вот внимание потеряла. Почему-то странно. Ну, вот, уважаемые, конечно, могла выиграть. Уважаемые телезрители, я...